Привет, друзья! С вами снова InfoBizControl. И сегодня у нас новый обзор. И перед обзором, как всегда, напоминаю, если вы еще не подписались, то подпишитесь у нас вот здесь на сайте. Вы не будете получать никакого спама, а только оповещения о новых выходах, о новых обзорах. И не забудьте вступить в нашу группу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к этому ролику. Ну, теперь давайте перейдем к самому обзору. Этот курс, который называется «Стоп-кризис. Взрывная рабочая методика настоящего заработка на кризисе». Этот курс уже более недели, наверное, держится в топах продаж Глопарта. И меня очень и очень многие люди просили сделать на него обзор и писали в личку и в комментах, где только можно. Ну, это не удивительно, потому что этот курс очень активно рекламируется и довольно активно продается. Как видим, вот здесь можно посмотреть, написано выплачено 117 тысяч рублей. Но, насколько я понимаю, вот это выплата партнерам. То есть здесь сама сумма, на которую продано этих товаров, уже больше, чем это. Ну, наверное, 1150-160. Ну, в общем, дофига. Давайте перейдем к продажнику. Вот наш продажник. Хит продаж. Все только про кризисы говорят. И только единицы зарабатывают на нем. Как узнай прямо сейчас. Свежий взрывной способ заработка на кризисе. Ну, дальше смотрите. Вообще, почему этот курс настолько успешен и почему он так круто продается? На самом деле, все дело вот в этом, скорее всего, ролике. Тут ролик на несколько минут, и вот этот вот чувачок сидит и очень натурально рассказывает, насколько это крутой курс, насколько он вообще супер-пупер, уникальный и все остальное. Вот этот чувачок, он мне, кстати, напомнил, не знаю почему, но внешне он мне напомнил Зорга из Пятого элемента. Но это не столь важно, просто так как-то всплыло в голове, когда я его увидел. И в общем, этот чувак рассказывает, что это супер метод, он супер передовой и все такое. И также он рассказывает, что вот этот вот, как видите, кабинет, где он сидит, это кабинет в его новом доме, который он строит вот на деньги, заработанные вот именно этим методом. На самом деле я уверен, что вот этот вот человек — это просто актер какой-то там, не знаю, где-то из сельского театра, наверное, его наняли, посадили в какой-то кабинетик, и он вот это вот все так уверенно и красиво рассказывает. Почему он актер, я расскажу чуть позже. Ну, почему мне так, по крайней мере, показалось. Ну, я, в принципе, уверен на все 100%, что это просто актер. И именно вот это видео — это довольно офигенный маркетинговый ход, когда люди думают, что они видят автора, который показывает свое лицо, он все это рассказывает и рассказывает с таким энтузиазмом и еще клянется там своей репутацией и чем угодно, что этот курс супер-пупер, дает там тройную гарантию и все остальное. Естественно, все эти гарантии — это полное говно. Но, ну, главное людям об этом рассказать. Вот. Даже не помню, что он там еще... он там рассказывает, что и в своем курсе я вам на видео расскажу и покажу, как я в течение там какого-то времени зарабатываю 3000 рублей без напряга и все такое. Вот. Дальше, ну, тут вообще, если почитать сам продажник, вы не поймете абсолютно ни хрена. Опять же, вот эта вот тема, что типа ему задают вопрос, также он и в видео говорит. Тут мне часто задают вопрос, самый частый вопрос: а правда ли, что ваша методика рабочая? Да никакой дурак такой вопрос задавать не будет. Любой человек задаст вопрос, с чем она, блин, связана. И, конечно же, ни хрена вот здесь вот ни слова нету, с чем она связана. Она тут, как всегда, есть, с чем она не связана. То есть там не с партнерками, не с этим. Ну, это, в принципе, правда. Вот, дальше идут там всякая хренотень типа отзывов. Мы в это давно не верим. Все зрители нашего канала давно в это все не верят. Даже в видео. Потому что я уже не раз показывал, как это все легко подделывается даже в видеоролике. Вот, ну да, когда смотрим вот этот продажник, здесь периодически выскакивает вот эта вот хрень, что типа кто-то купил этот курс. Вот, и
одни и те же рожи выскакивают, потому что я уже несколько раз на этом сайте, и каждый раз одно и то же. Вот. Ну, осталось 4 копии, естественно, но эти 4 копии, они всегда там. Все чудесно, машины, тачки. Да ничего больше такого нету, вот якобы там реальные отзывы. Довольно длинный продажник, но в нем информации просто ноль. Вообще, во всем, абсолютно во всем продажнике, и в видео, и во всем просто ноль информации какой-то конкретной. Давайте, так, все это мы просмотрели, давайте теперь перейдем к самому курсу. Вот, собственно, сам курс. Состоит он из вот трех папок и пары документов. В папке вот у нас тут есть видеоуроки. Ну, это, блин, да что ж ты дзенькаешь. Эти видеоуроки я вам покажу. Это, ну, на самом деле, я когда открыл этот видеоурок, первый мне захотелось этого автора просто расстрелять. Ладно, давайте дальше. Смотрите, методика заработка стоп-кризис. Первый способ. Использую редко, но все же иногда бывает. Данный способ самый надежный, однако по прибыли немного уступает остальным. Берем заявки на сайте фриланса Workzilla. Популярность биржи растет невероятными темпами. Заказов на самые разные виды услуг чрезвычайно много. Особенностью сервиса является то, что здесь могут зарабатывать все. Действительно так и есть. Workzilla, в принципе, сайт неплохой. Есть там у них, конечно, свои минуса, но, в принципе, зарабатывать там можно. Мы будем зарабатывать на размещении объявлений. Биржа берет на себя заботу о соблюдении заказчиков об оплате. После размещения предложений по работе клиент обязан средства замораживаться, но это понятно. Непосредственно регистрация очень простая. Но на самом деле это не так. Он пишет, что регистрация простая. Да, регистрация простая. Вы можете зайти и просто зарегистрироваться. Но для того, чтобы начать выполнять какие-либо заказы на Workzilla, там нужно пройти некоторый экзамен, так сказать, то есть тест. В принципе, он не сложный, но бывает, люди его не проходят. Поэтому говорить, что там регистрация очень простая. Регистрация очень простая, это когда ты внес email, там пароль, там что-то еще, какие-то данные и зарегистрировался. Здесь же еще нужно проходить тест. Если вы его не пройдете, то никто вам не даст зарабатывать там. А, и также, насколько я знаю, на Workzilla сейчас есть что-то типа бонплаты или какая-то такая хрень. Я не помню, сколько она стоит. То ли 100 рублей в месяц, то ли 100 рублей в неделю. Ну, что-то такое. Если интересно, уточните. Далее ищем подходящую нам заявку, что-то вроде разместить на 100-200 досках. Договариваемся о цене, запрашиваем данные, начинаем размещать. Да, есть такие заказы, я даже сегодня специально зашел, посмотрел. Тут написано, ну вот, разместить на 100-200 досках. Да, можно найти такой заказ, где человек пишет, я сегодня лично видел, нужно было разместить, по-моему, на 130 или там 150 досках объявлений какое-то объявление. Ну, у него там еще тоже какие-то геморройные критерии, там все такое. То есть, ну, в принципе, да, такие заказы есть. Что у нас дальше? Второй способ. Механизм тот же самый, но здесь размещать уже будем не мы. Мы только берем заявку на Workzilla, а далее идем на сайт gigaraz.ru. Портал работает, не всегда бывает сбор. И заказываем автоматическую рассылку объявлений сразу на 350 досок и за 350 рублей. Все, остается только ждать, когда рассылку сделают от 1 до 48 часов в зависимости от загруженности. После этого передаем данные ссылки нашему заказчику на оплату. Пример. Мы взяли на Workzilla заказ и договорились с заказчиком за размещение 300 объявлений по 10 рублей за объявление. Делаем заказ тут, получаем разницу 350 рублей. Дали за автоматический чистый доход составил 2650 рублей. На самом деле это бред. Почему? Потому что ни один заказчик на Workzilla не заплатит вам 10 рублей за размещение одного объявления. Это бред сивой кобылы. Вам там могут, ну я не знаю, заплатить 2-3 рубля. В принципе, если вам сделают заказ на 350, допустим, объявлений и заплатят за это 700 рублей, то да, даже это уже выгодно, потому что можно сделать рассылку за 350, то есть 350 у вас остается на руках. Вот, то есть это уже выгодно. Но никто вам там по 10 рублей за объявление платить не будет. Это бред.
Вот, то есть это, так сказать, влажные мечты этого автора, и они просто неосуществимы. Ну, в принципе, технология, так сказать, понятна и вполне возможно рабочая. Но единственное, что нужно искать заказчика, который готов платить дороже, чем 1 рубль за объявление. Вот. Но это не всегда есть. И плюс еще заказчики часто выставляют там кучу разных критериев, ну, которые вообще не подойдут под какую-то автоматическую рассылку. То есть они там говорят, там на стольких досках вот это разместите, а на стольких вот это вот, а на остальных вот это вот и вот эту фотографию. И то есть получается, на автомате мы уже размещать не сможем. А, так, дальше, третий способ. Переходим на любую доску объявлений, указанную в папке «Подарок». Далее переходим в раздел «Услуги». И пишем небольшую нашу рекламу каждому человеку, разместившему на доске свое объявление. Обязательно указываем в контактах нашу почту с теми, кто откликнется, договоримся о сотрудничестве. Уважаемый пользователь, далее весь механизм заработка по первому и третьему способам детально описан в видеопрактике. По первому и третьему. Так, ваша уникальная ссылка. Так, программа для ускорения размещения объявлений находится в папке приложений. Да, действительно, эта программа есть, но там, я, если честно, думал, что программа какая-то покруче. Смотрите, на самом деле, вот этот вот, ну вот второй метод, где мы берем на рок зелье заказ, потом автоматом размещаем, он маловероятен, как я и говорил, потому что никто не будет платить там каких-то больших денег за объявление. Вот этот же, в принципе, метод, я, так как я заходил и видел, что действительно есть на Врукзиле заказы на доски объявлений, что люди платят за то, что вы разместите там что-то на доске объявлений, но, естественно, они там дают какую-то свою цену. Я не могу сказать, какие цены там, так сказать, в порядке вещей, потому что, ну, я не просматривал сильно много. Опять же, нужно понимать, что этих заказов не будет настолько много, чтобы там зарабатывать по 3-5 тысяч в день. Но в принципе заработать можно. По второму способу, вернее, по третьему способу, там, где мы, получается, мы заходим на доску объявлений, там люди делают, вернее, размещают какие-то свои объявления, да, допустим, о продаже чего-то или каких-то услугах. И мы этим людям, которые уже разместили объявление на доске, мы им пишем, что «Привет, тра-ля-ля, я там такой-то, могу разместить ваше объявление там на каком-то количестве досок, да, допустим, на 100, на 200, на 300, и цена такая-то». И теперь же мы переходим к этим видеороликам, о чем я вам говорил, что я хотел бы этого автора за такие видеоролики просто бы чем-то пришибить. Вот я открыл видеоролик, и как видите, здесь автор, он открыл текстовый файл, то есть здесь ролики абсолютно без звука вообще. То есть здесь получается открыт текстовый документ, и это чмо печатает, понимаете, печатает. И вы сидите и читаете вот это его каждое слово. Вот сейчас наблюдайте, вот это он сидит, печатает. Он бывает где-то ошибается, начинает стирать. Опять печатает. Это просто жесть. То есть вот этот там ролик, допустим, если он идет 3 минуты или 5, то есть если бы в нормальном он режиме был, в режиме голоса, то ролик, естественно, был бы по объему, ну, раз в 5, наверное, меньше. И он вот это что-то печатает, говорит, что вот нужно вот это вот сделать. Потом, допустим, переходит на какой-то сайт, где, собственно, он там что-то делает. Он это делает, вот, нажимает, потом останавливается, допустим, он что-то сделал, опять переходит в свой сраный текстовый файл, вот, и опять начинает печатать, то есть, типа, он рассказывает, что он делает. И все вот эти его ролики, сколько их там, 7 штук, они все вот в таком формате. Вот почему я говорил, что вот этот чумоход, который там на главной странице в ролике, это просто актер. То есть, а вот этот автор, он просто решил, опять же, не палиться, потому что, скорее всего, он создал уже кучу каких-то супер-пупер методов, которые уже никто не хочет покупать. Его, ну, то есть голос, наверное, скорее всего, довольно узнаваемый. И он просто записал вот такую вот херню. Я не говорю, что там способ не рабочий или что-то еще, но, извините меня, делать вот такое вот дерьмо, то есть печатать, я видел такие, вот смотрите, он берет и печатает, он делает, пишет «достаточно»,
пока. Посмотрим, ответит кто-нибудь или нет. И вот, это просто, блин, жесть. Сидишь, смотришь, как он это печатает. Это просто, блин, охренеть можно. Естественно, я это смотрел так на перемотке, ну, потому что можно просто клац-клац, и ты уже весь текст видишь и просто читаешь. То есть, ну, это просто, блин, жесть. Короче, я не знаю. Ну, понятно, что чувак просто уже своим голосом не хочет палиться, видно. Еще такой момент. Смотрите, он пишет людям текст, да, который, ну, где предлагает разместить их объявления на, там, на 100 досках. Или, сделаю рассылку на 200-300 досок объявлений. От 10 рублей за каждое объявление размещаю вручную. То есть, смотрите, получается, человек, который сдал там какое-то объявление о услугах или о чем-то еще, должен вам заплатить, допустим, за объявление на 200 досок 2000 рублей. Я очень сомневаюсь, что кто-то вам заплатит столько денег. Я сначала даже думал, что этот метод вообще может быть нерабочим, но потом, вы понимаете, я же примеряю все на себя. То есть я бы, допустим, жизнь не заплатил, я бы и по рублю не заплатил, чтобы кто-то размещал, потому что я знаю, что я могу найти информацию, как сделать это или бесплатно, или дешево, или что-то еще. Но учитывая, что люди, в принципе, которые на досках размещают все, ну, сами какие-то объявления, ну, 99% из них это довольно... люди, которые довольно ограничены в интернете и вообще мало что понимают, поэтому вполне возможно, что они вам заплатят за размещение на 200-300 досок объявлений. Но я уверен, вернее, что никто вам не заплатит по 10 или 20 рублей. Вот он там рассказывал, даже показывал в своем примере, что какой-то чувак ему якобы заплатил по 20 рублей за объявление. Он там разместил на 150 досок, то есть чувак взял, ему 3000 отвалил. Ну, бред. Никто за это не будет платить там 3000. И он даже еще потом там, ну, блин, рассказывал, писал, блин, в конце, что даже было, что какой-то один раз у него заказ, что там даже по 50 рублей за объявление заплатили. Ну, это вообще бред. Мне кажется, что понятно, что этот чел, ну, не работает по этому методу. Почему? Потому что он и когда писал объявление, он там часто ошибки делал. Плюс у него нету заранее заготовленного скрипта, то есть самого разговора, да, что человеку предложить. Он берет там, пишет там, человеку, предлагает свои услуги, тут там якобы ему кто-то ответил, сделал заказ, и все, он вот это в ролике показывает, что ему там человек ответил, сделал заказ на размещение. Я уверен, что вот этот заказ он сделал просто с другого почтового ящика сам себе, ну и чтобы как бы записать этот курс. Часто такие моменты, он пишет там это предложение, а доска объявлений не пропускает, там есть некоторые такие стоп-слова, да, допустим, о размещении объявлений и все такое. И он даже не знает, что вот эти стоп-слова работают. И он их берет, просто стирает, чтобы отправить объявление. Хотя его можно просто это слово переделать. То есть повставлять туда английские буквы там, или цифры. И оно будет выглядеть точно так же, но сам сайт его будет воспринимать по-другому. Ну, то есть много-много таких моментов, которые, допустим, человек, который бы этим занимался, он бы сделал это более правильно, да, так сказать, более быстро. Ну, по крайней мере, это я так видел. Я бы сделал очень многие моменты, я бы сделал по-другому, и это было бы удобнее и быстрее. Я не скажу, что курс не рабочий. Он может быть и рабочий, хотя я уверен, что там вот таких вот предлагателей разместить объявлений довольно много, потому что эта тема уже есть 100 лет в обед. И таких сервисов, которые предлагают разные рассылки, очень много, и в том числе и вручную. И они предлагают людям разместить объявления. Но чем классно, этот способ можно просто попробовать, он вообще не требует никаких вложений. Тут есть программа, которая немного ускоряет размещение, то есть действительно с помощью этой программки вы сможете быстро размещать объявления. Сам метод, он вообще не требует никаких вложений, и в принципе попробовать можно. То есть зайти на какую-то доску объявлений и какому-то количеству людей отправить это предложение. Ну там человек 20, 30, 40 отправить и просто посмотреть, будет отклик или нет.
То есть сутки подождать, если отклика нету, просто нахрен тогда в топку этот курс и все. Вот. Ну, еще этот курс чем хорош, все-таки он сподвигает людей что-то делать. Вот это вот, я считаю, что это большой плюс, потому что люди не привыкли вообще что-то делать, чего-то ждут. И он сподвигает, допустим, пойти на биржу фриланса, да, Workzilla. На Workzilla очень много разных заданий, ну, которые может выполнить даже обезьяна. То есть вообще очень-очень простые, да, там за них не очень много платят, но в принципе, если человек туда зайдет, он будет эти объявления искать и попутно что-то еще найдет, что он может выполнить, там что-то напечатать или что-то еще сделать. Вот. Так что я считаю, что все-таки курс этот не какой-то суперрабочий, но в принципе назвать его полным говном тоже нельзя. То есть его полезно, можно полезно изучить. Это, естественно, эта тема абсолютно для новичков. То есть люди, которые там занимаются каким-то более-менее серьезным бизнесом в интернете, они этим заниматься не будут. Но для новичков вот это классная тема. Попробовать можно. И попутно на той же Workzilla можно для себя найдете еще какую-то подработочку. Так как вы очень просили обзор на этот курс, надеюсь, вы поставите лайк этому ролику, а также не забудьте сделать репост, это вообще будет круто. Под роликом есть ссылочки поделиться, можете сделать репост в своей соцсети, это будет очень круто. А также, если вы не видели какой-то из вот этих вот обзоров, просто нажмите на картинку, он откроется и посмотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, зарабатывайте много и честно. Пока-пока!